Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня наша тема – специфика литературного произведения. Как мы знаем, художественный текст отличается от научного или нехудожественного текста тем, что если в научном тексте человек и окружающая его среда изображаются теоретическим способом при помощи фактов и цифр, тогда в художественном тексте жизнь изображается при помощи художественных образов. Художественный образ – это конкретная и также обобщенная картина человеческой жизни. Любой персонаж художественного произведения является конкретным человеком. Он конкретен своим видом, своей манерой поведения, но он имеет и обобщенный характер. Он не один. Таких людей, как он, много. Он является представителем определенной группы людей, определенного типа людей. Значит, характер в художественном произведении имеет широкое значение. Таким образом, образность является главной спецификой художественного произведения, которая отличает его от научных или от нехудожественных текстов. Основные моменты нашей лекции таковы. Отличие художественного текста от нехудожественного, образное отражение жизни, специфическая черта художественного произведения, предмет литературы – это человек, сочетание конкретного и обобщенного в художественном тексте и, наконец, духовное родство между читателем и действующими лицами художественного произведения. Человеческая жизнь и окружающий его мир – общий предмет науки и искусства. Ученый и художник изучают один и тот же предмет. Предметом искусства и науки является человек и окружающая его среда. Наука и искусство дают нам сведения о разных аспектах жизни человека. И ученый, и художник идут одним путем в познании истины. Сначала наблюдают, изучают жизнь, собирают отдельные факты, затем обобщают. Отличие искусства от науки. Но чем же тогда искусство отличается от науки? Отличие искусства от науки в их способе изображения действительности, в том, как ученый и художник изображают жизнь. Наука дает точные сведения о предмете, о явлении. Искусство дает представление об этом же предмете или явлении при помощи художественного образа. Ученый отображает жизнь теоретическим способом. Художник изображает действительность образным способом. У художника
И у ученого способы изображения человеческой жизни разные. Ученый и художник, литератор, могут писать об одних и тех же проблемах, поднимают одни и те же вопросы, но делают они это по-разному. В научном тексте жизнь рассматривается на основе логических понятий и суждений. Ученый доказывает свои мысли примерами, цифрами, фактами, а художник, литератор, не доказывает, а показывает при помощи живых картин человеческой жизни, рисует природу и окружающий мир, пользуясь метким и красочным языком. Изображение Пугачевского восстания в учебнике по истории. Например, в любой книге по русской истории 18 века есть страницы, где говорится о крепостном праве, о том, как оно возникло, как помещики угнетали своих мужиков, как крестьяне боролись за свое освобождение под руководством народного героя Пугачева и так далее. Изображение исторического события повести Пушкина Дубровский. Но вот перед нами знакомое художественное произведение Александра Сергеевича Пушкина Дубровский, где тоже говорится и о Пугачевском восстании, но совсем по-другому. Пушкин не ставил перед собой задачу напечатать научную историю. Он создал повесть, создал художественное произведение, где он изображал картины жизни того времени, изображал жизнь своих героев, рассказал о судьбе каждого персонажа. Наглядных картинок предстал перед нами этот трудный период русской истории. Литература как словесный вид искусства. Художественная литература – это один из видов искусства. Каждый вид искусства имеет свой язык, то есть свое средство выражения. Если музыка говорит на языке звуков, живопись на языке красок, тогда основа литературы – это слово. Другими словами, литература – это словесный вид искусства. Писатель, поэт, драматург изображают жизнь при помощи слов. Этим отличается литература от других видов искусства. Предмет литературы – это человеческая жизнь. Предмет литературы –
Eta chila vek. Hudoris vinnai literature. Gavaritsa a chila vecheskai jizni. A toi sride, в которой живет человек. Не случайно Горки назвал литературу человековидением. Художник, литератор, изображает прежде всего жизнь человека, его мысли и чувства, его радость и печаль, и также его отношение к окружающему миру. Изображение природы в литературном произведении. Даже тогда, когда в литературном произведении изображается природа, она воспринимается глазами человека, как он смотрит на природу, какие мысли она вызывает в его воображении. Идея художественного произведения раскрывается по-разному. В художественном произведении художник не только правдиво изображает жизнь, но и при помощи слов он создает воображение читателя определенную картину этой жизни. Таким образом, любое изображение в литературном тексте имеет отношение к человеку. Природа и окружающий мир получают в литературе значение, потому что они есть и составные части человеческой жизни, и они способствуют ее более полной и яркой обрисовке. Возникновение литературных родов. В своем произведении художник может показать общественную сторону человеческой жизни, то есть поступки, действия героя, события, в которых он участвует и так далее. В зависимости от способа раскрытия идеи возникают разные роды литературы. Если идея произведения раскрывается через поступки, возникает эпическое произведение. Если через действие, возникает драма. Если через изображение субъективного мира поэта, его мысли и чувства, возникает лирика. В литературном тексте отражение авторского отношения к персонажам. Рисуя картину человеческой жизни, художник-литератор выражает свое отношение к этой жизни, раскрывает свои мысли и чувства, симпатию и антипатию, ненависть и любовь. Отношение писателя к действующим лицам раскрывается через поступки персонажей, их разговор, прямые высказывания со стороны автора и так далее. Автор осуждает их недостатки или восхищается их положительными качествами. Образ чиновника в рассказе «Смерть чиновника». Например,
рассказы смерть чиновника Чехов осуждает рабскую психологию героя. Герой рассказа Червяков – маленький человек. Однажды в театре, когда он смотрел спектакль, вдруг он чихнул. Червяков испугался, когда он увидел, что перед ним сидит генерал. Рабская психология героя. Он думал, что своим чеканием обрезгал генерала, и вот он начал ходить к нему извиняться опять и опять. Все это надоело генералу, и однажды, когда Червяков опять ходил к нему, он прогнал его. Маленький чиновник вернулся домой и умер. Разоблачение рабской психологии чиновника. Чехов в этом рассказе критически относится к своему герою, потому что он добровольно унижается перед генералом. Отсутствие самоуважения в этом чиновнике – вот что не нравится автору этого рассказа. Образ главного героя рассказа Чехова «Хамелеон» Очумелова. В другом рассказе Чехова «Хамелеон» разоблачается хамелеонство человека. Полицейский надзиратель Очумелов однажды, когда ходил по улице, вдруг услышал крик человека. Он узнал, что одна собака укусила человека. Очумелов решил оштрафовать хозяина. Хамелеонство Очумелова. Но когда ему сказали, что собака принадлежит к брату генерала, его отношение к происшествию совсем изменилось. Он начал ругать того человека, которого укусила собака. Сатирическое отношение автора к герою. В рассказе «Хамелеон» Антон Павлович Чехов сатирически показывает лицемерие героя Очумелова, и рассказ вызывает громкий смех читателя. Рассказ «Хамелеон» относится к творчеству молодого Чехова, где Чехов при помощи юмора и смеха сатирически разоблачает разные недостатки человеческого характера. Художественное произведение вызывает ответные чувства читателя. В художественном произведении художник не только выражает свое отношение, но и этим вызывает ответные переживания у читателя. Грусть и радость, ненависть и сочувствие. Духовное родство с героем. Читая рассказ Казакова «Голубой и зеленый», мы радуемся, когда, полюбив Ивана Алёшу, испытывает
पेर्व्ये राधस्य रिजनी. Инам становится грустно, когда наступают первые разочарования в его жизни, когда Лиля уходит от него. Читатель вспоминает подобные моменты своей личной жизни или жизни своих знакомых. Таким образом, индивидуальная судьба персонажей приобретает обобщающий характер. Сочувственное отношение автора к герою. В художественной литературе часто мы встречаем произведения, где автор с большим сочувствием относится к своему герою. Пример такого типа произведения – это рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска». Рассказ «Тоска» был написан в 1886 году. Проблема одиночества человека в рассказе Антона Павловича Чехова «Тоска». Главный персонаж этого рассказа – Иона Потапов, который по профессии является бедным извозчиком. У него произошла большая трагедия. Умер его единственный сын. Ему ужасно тяжело. Ему страшно, хочется поделиться своим горем с кем-нибудь, чтобы облегчить свою душу. Он несколько раз старался поговорить с пассажирами, но пассажиры бегут, не замечая ни его, ни тоски. Иона решил поговорить с другими извозчиками. Но когда он вернулся на станцию, уже было поздно. Уставшие извозчики все спали. Финал рассказа имеет неожиданный характер. Бедный извозчик наконец нашел слушателя. Это была его лошаденька. Отношение читателя к герою. Таким образом, главная тема этого рассказа – это одиночество человека. Человек по натуре одинок. Невозможно понять друг друга до конца. Сюрпризный финал еще усиливает эту мысль. Эпиграф рассказа «Кому повьем печаль мою» также подчеркивает мысль отчуждения человека. Когда у нас устанавливается
ли протегируем. Мы также переживаем вместе с ним. Горе Потапова, его мучительная трогают нас, волнуют нас. Отчуждение героя в чеховском рассказе приобретает обобщенный характер. Идея рассказа Антона Павловича Чехова «Тоска». Антон Павлович Чехов через этот рассказ как будто хочет сказать, что человек по натуре одинок. Есть такие трагические моменты в человеческой жизни, которые невозможно поделиться другими. Остается только самому страдать. По мнению Чехова, нам надо более гуманно, более сочувственно относиться к человеку. Отличительные черты художественного текста. Читая художественное произведение, читатель как будто становится живым свидетелем изображаемых событий. Он то радуется, то грустит, то волнуется вместе с персонажами произведения. Таким образом, он начинает участвовать в этих событиях. Он связывает себя с некоторыми персонажами, видит отражение определенных моментов своей жизни, в жизни героев. Появляется духовное родство с персонажами. Такое духовное родство мы не испытываем в художественной. Всесторонний показ человеческой жизни. Всесторонний показ внутреннего мира человека, его образа мышления, его психологии, его души, его страсти, радости и печали являются характерной чертой художественной литературы. Ни наука, ни другие виды искусства этого не может делать такой полноты, как художественная литература. Итак, если научный или не художественный текст отражает жизнь зеркально или фотографически, тогда жизнь, которая изображается в художественном произведении, включает в себя восприятие писателя изображенного жизненного материала. То есть, как писатель воспринимает этот материал, как он оценивает его. Таким образом, художественный текст включает в себя не только изображенное жизненное явление, но и субъективное отношение художника к этому явлению. В этом значении изображаемый мир текста значительно шире изображенного мира. В художественном тексте на каждом шагу присутствует писательское «я». На каждом шагу слышится его голос, его понимание, его оценка этой жизни. Герой рассказа Чехова «Тоска»
Visma kang create ni chilavek. Iwo zabut yona patapo. Pa profesi on his voce. Univo gore. Patamusta umerivo ijinswinne sin. Itak dalia. To yes, on glubako individualin swaim lichnim ya. No, adnavreminna ivo obraz image abapshonne nachenie. Проблема одиночества, которая мучает его, заставляет его страдать, не является его личной проблемой, она носит общечеловеческий характер. Вот почему рассказ Чехова «Тоска», который был написан больше 100 лет назад, волнует нас и сегодня.